кинохроники Хмара. Он болельщик команды ЦДК. Но ЦДКовцы сегодня на трибунах. Вот Демин, Бобров, Григорий Федотов, капитан команды. А это динамовцы Якушин, Хомич. Сегодня они зрители. Команда «Спартак» Василий Соколов. Леонтьев, вратарь. Гуляев. Конов. Алексей Соколов, центр нападения. Холодков. Смыслов. Тимаков, Глазков, Дементьев и Рязанцев. А вот команда «Тбилиси». Борис Пайчадзе и Эсериани, вратарь. Солдатцы. Кикнадзе. Полюков. Пехлеваниги. Гого Беридзе. Бережной. Гагуа. Антадзе. И Санджигаладзе. Нужно разыграть ворота, хотя сегодня солнца нет и большой роли не играет. Налево от нас ворота Тбилиси, направо ворота Спартака. Тишина. Сейчас ниже еще к самой штрафной площадке. Вот он же входит. Удар. Еще один. Удар. Отбрасывает мяч. Очень хитро мимо выбежавшего вратаря. Мяч в сердце вратаря. Все. Мяч подает Пайчадзе. Он подает на штрафную площадку. Мяч выглядит за удар. Леонтьева. Мастерство вратаря. Итак, Пайчадзе. Он подает на штрафную площадку. Мяч выглядит за удар. Мяч ушел в центр поля. В центре поля подавать мяч. Нет, мяч опять приходит к штрафной площадке Спартаковцев. Вот он, Пайчадзе. Пайчадзе кидает его налево. Налево мяч, опять направо, мяч, вон, так же, удар, еще раз, удар. Нужно бить, удар. Сюда, штрафной площадке, опять защита отбивает. Тренер команды Войнера, тренер команды Спартак, волнуется за своих ребят, волнуется за то, как они играют. Вот мяч подходит к штрафной площадке Бриса. Вот мяч, совсем уже в штрафной площадке. Вот здесь волнуется Андро Жордани, тренер тбилисской команды «Динамо». Он Пайчадзе, он кончит такую площадку. Удар! Еще раз, удар! Какой чудесный бросок! Володя, ты не можешь убать, но из собственного голоса же не слышно. Но... Ну вот так вот. И без меня все понятно. Итак, 3-2. Победил «Спартак».